Сегодня я хочу рассказать вам о магазине приложений Play Market. Зайдя в Play Market, мы видим главную страницу, где показаны самые популярные приложения. Также приложения поделены на платные и бесплатные, поэтому пользователь может выбрать приложение на свой вкус. Также для тех людей, которые ищут приложения определенной категории, приложения поделены на категории. Но кто конкретно знает, какое приложение он хочет найти, он может воспользоваться поиском и воспользоваться как голосовым поиском, так и ввести текст, напечатав его. Спасибо.